Так, сохранить. Продолжить. Ваша история века про пару дохлых виноделов из Чили. Меня заинтересовали не жертвы, а их убийцы. Я пришел к выводу, что это 47-й. Лысый клон-киллер? Да бросьте, Джек. Он просто байка. Даже ЦРУ и ваше ФБР говорят, что его нет. Мы много чего говорим, Рик. Такая у нас работа. Дельгадо вел процветающий бизнес. Чтобы добиться успеха в тех краях, надо, скажем так, волноваться о безопасности. Мало кто мог провернуть такое в одиночку. Так значит, вы погнались за мифом? Погнался? Нет, нет. Мне просто стало любопытно. Делом заинтересовался мой знакомый из ЦРУ. Случай в опере усилил наше любопытство. Почитайте. Здравствуйте, 47-й. У нас есть повод посетить Парижскую оперу. Цели две. Знаменитый тенор и Ричард Делахант, посол США при Ватикане. Они стоят за группировкой, занимающейся торговлей детьми из Восточной Европы. Репетиции тоски еще продолжаются, здание оперы бурлит жизнью, так что вы едва ли привлечете внимание. Посол Делахант наблюдает за репетициями из своей ложи. Он путешествует с вооруженным эскортом, однако других охранников там быть не должно. Хорошим прикрытием будет ремонтная бригада, обновляющая театр к новому сезону. Мы также оставили для вас пакет в гардеробе. В третьем акте тоски тенор стоит перед расстрельным отрядом. Эта сцена может предоставить удачный момент. Это простая миссия 47-й, однако у агентства с недавних пор возникли проблемы в Париже. Будьте очень осторожны. Окей. Оружие выбрано. Погнали. Окей. Тут можно вообще не торопиться, как в любой почти что миссии. Мужик ушел. Вот ваша куртка, мсье. Вам не нужна куртка, мсье? Нет, просто хотел взять кое-что из кармана. Я заберу ее потом. Красоты, подобной этой, вы не найдете больше нигде. Я вижу, вы под впечатлением. Окей. Теперь... Надо более-менее вспомнить, кто есть где. Так, сохранимся. То, что я эту миссию хоть и помню, но... Так. Мельком. Так. Куда?
Но тут шум уже будет. И не будет такого. Профессиональный убийца или бесшумный. Но сюда мы можем опять же класть оружие какое-нибудь. Так, тут, кстати, есть пасхалка, связанная с крысами. Сейчас я ее пойду показывать вам. Так. Также тут, кстати, можно получить гвоздомет. Достаточно интересное оружие, которое, по-моему, мы не сможем более получить. Ну, мы будем получать его периодически, но мы, скажем, не будет у нас возможности с ним побегать в убежище. Так. А вот они, крысы. Теперь сохранимся, потому что мы проходим миссию, не забывайте. Так. Доставим Silver Bullet. По крысам сейчас буду мазать только так. Так, где-то еще одна тут была, наверное. Так, а вот где, я не помню. Напомню то, что после убийства тут должна появиться карточка. Ну и да. Это ты видел то, что мышцы мертвые? Сразу такой. Спасаться. Вот там и сохранился, в принципе, потому что будет весело. Да. Все нормально. Второй теперь, блин. Подбежал, посмотрел, чуть не понравилось ему. А каких еще крысы это были? Я не помню. Ладно, пофиг, загрузимся. Ладно, в общем, посылки я запишу отдельно в Хитмане, который есть. А сейчас я пойду шухерски убивать. Упс, девушки. Извини, здрасте. Давай знакомиться. Ну вы чё стесняетесь? Мужчину в расцвете жизни. Ну, в общем, выполнил. Кстати, по-моему, этот, если сейчас зайдем, он нас прогонит. Если он, конечно, не спит. О, он спит. Нам не сюда нужно. Нам нужно вот сюда. Потом фальшивку свистнуть. Так, лист бумаги забираем. Так, отсюда уходим. Так, идем сюда. TX. Installation électrique d'avant-guerre. Ouais, alors là, on a vraiment besoin d'un.
Вот она. Секретная дверь. За которой можно увидеть мышей, которые играют в покер. И это... Играет в покер и курит. Вот, подходим, используем не та. То есть нам надо искать мышей, убивать их, и только после этого мы сможем туда попасть. А, не помню, где мышки. Я помню то, что те три, ну, там. И все. Вроде их больше и нет. А что могут быть где-нибудь тут еще? Больше не, ну... Ну просто не может быть где-то еще они. Сейчас чисто ради интереса побегаю, посмотрю пока все равно. Мыши есть? Нету? Почему? Почему нет у вас мышей? Это просто бежит, блин, что-то. Так. Мыша. Вторая. Третья. Так, ну вот они, три мыхи. И все, больше их не должно вроде как быть. Ну, если, конечно, те никого не скрывает. Так. Мыша. Уйди. Мыши пофиг вообще. Упс. Ну, обознался. Ну, скажем, бывает. Единственная сейчас идея, это как убить того, но при этом сохранить рейтинг, не сохранить рейтинг. Это заложить мину вот сюда вот. Она что, самая беспалевная, что ли? То, что люди вообще в упор ее не видят. Так вот, минус радиус действия. Я должен находиться достаточно близко. Туда не пустит, да? Да. Так, не туда. Теперь надеемся, что вот этот удмурт то возьмет. Что нам нужно? Оп. Чё, крутой, да? Надо его выманить оттуда, бутафорию забрать. Да, извини. Кстати, есть его момент. Он сейчас с настоящим бегает, а с чё? I'm sorry. Ну. По-моему, он сюда побежал. Да, вот он. Ну чё?
Ладно. Пока тут такая гулянка, я посмотрю, где тут мыши. Эти чертовы задолбали меня уже. Блин, не туда. Кстати, тут еще вот эти два удмурта есть, до которых вообще можно не докапаться. Они вообще нам никак не пригодятся. О! Частица маски, кстати говоря. Мыши где, а? А я снайду. Мыши есть, говорю. Я знаю, что у вас есть мышь. Три из которых я нашел. Так, ну вот, допустим, раз. Вот, допустим, два. Теперь куда третий делось? Так. Ну это не три мыши. Этот какой-то пиндюх сюда идет шире. А, из-за этой коробки. Нормально. Опять этот, блин. Че он все бегает, а? Ладно, сохранимся. Все-таки попробуем этих мышей убить. Через какое-то время, по-моему, тут появляется еще одна. Откуда-то непонятно вообще место мне, блин. Блин, вот этот момент. О, все, погнали. В общем, трех крыс убиваем. Получаем карточку эту. Теперь. Да извините, ну снова перепутал. Ну скажем, бывает. Ну я тут это, 200 лет же работаю учу. Так, идем сюда. Открываем. Ну и вот. Мыши бьют друг другу морду. Вон играют в покер. И, по-моему, и должны курить еще, по-моему. Нет, только бокс и это. В карты играют. Ну еще сыр тут держат некоторые. Все, пасхалка показана. Многие сразу скажут, что это отсылка к Рататуе, но я вам скажу, Хитман вышел в 2006 году, а Рататуе фильм, ну мультик этот, вышел в 2008, по-моему. То есть в любом случае гораздо позже, то есть он не мог никак быть отсылкой в этой игре, никак. Так, по-моему, можно, нужно находиться где-то. Так, и надеяться то, что все-таки убьет тут этого засранца. Ну,
Ой. Самое сложное будет... Это позже. Самое интересное, то, что я отсюда я буду стрелять в кого-то. Они меня запалят каким-то макаром, вот эти два. Вот там они на охране, по-моему, и вон актер еще. А каким, я до сих пор не понимаю. По-моему, убили все-таки. Да. Мертв. Так, извиняюсь, что сохраняюсь на таком тесном моменте. Но нужно. Нужно. Тоже сейчас буду доставать вот эту вот штучку. Все. Теперь главное не прозевать этот момент, когда... О, крик. Рано. Ой, рано. Вот поэтому надо было сохраниться. Так. Так, сейчас вот это должен когда побежать. Так, все. Ждем. Так, главное, когда он будет тут. Так, значит. Есть. Второй мертв. Теперь валим отсюда. Ну, тут, конечно же, беспалевности ноль. Сразу видно, вот видите, кто сразу побежал, один из ремонтников, ну это подозрительно сразу. Хотя бегают все, значит им не можно. Типа обосрались, а. Главное, мышки дохлые валяются, им похер. Ну и все. Миссия выполнена, осталось только добежать до двери и уйти. Нет, все-таки спалили. Все. А меня не мучает, я убежал. Если через другой бы выход бы вышел, меня бы не запалили. Это что? Ладно, смотрим. Продолжить. Специалист. Ваша узнаваемость 0, насилие 1, шум 1. Ладно.